Всем привет, с вами Арчер, Goodbye FPS. Всем привет! И мы продолжаем проходить страшную карту под названием Five Nights at Freddy. В Гаррис моде. Пиза. Пиза, да. Да блин, да что такое? Лена тон, то что мы обосрались чики. Да, мы обосрались чики, которые... Ааа, она опять тут, блин, резко появилась! Твою ж мать, блин! Ты бы видел, как это сейчас было, я только покажу, она тут резко стоит. Чё она от нас хочет? Чё тебе от нас надо? У нее написано Let's eat, давайте есть. Ну иди хавай! О, все, она еще. Иди хавай это своего медведя и зайца, нас не надо хавать. Медведь пропал. Блин, где медведь? Он может с двух сторон, блин, появиться. Ну его только слышать можно. Ну главное, что у нас двери закрыты. Вот, блин, а прикол сейчас, короче, резкое электричество вырубится. Это медведь. Это не медведь, короче, лис. Это лис, он постоянно бегает и стучится в двери. Посмотрите, где лис. Лис, он, наверное, сейчас стоит на своем месте, потому что он уже, типа, пробежал всю карту. Ты что сделал, блин? Ну, не знаю. Что-то туда запихнул в проход. Я боюсь как-то. Это, наверное, самая страшная карта, мне кажется. Нет, ты чё? Сейчас. Закрывай. Вот туда ты прыгнулся. Тупой шкаф. Давай. Твою мать! Я побежал, короче, чинить свет, окей? Я за тобой. Лучше там это не оставайся, потому что это... Там очень страшно. Всё, давай включи. Медведь появился. Он опять выключился. Он опять выключился! Да, я его выключил, это чтобы они ходили. Все, включил лучше. Все. Го! Я хочу подождать, когда курица появится. Все, давай на счет 3 выключай. Да ё-моё! Давай, короче, 3, 2, 1. Все, мы в безопасности. По крайней мере, мы... Но тупая чика, она, блин, постоянно где-то бегает. Музыка. Слышишь? Да, но это не медведь. Это музыка бывает в игре. Она не знает, но она все равно какой-то страшный. Простая музыка. Она меня единственное успокаивает в этой игре. Да, я прохожу. Ой, блин, что-то как-то странно все. Мы до сих пор на нас не напал. Ой, я заскринил это все. На нас не могут напасть. Там граната. Ты вообще? У меня 14 хп, убей меня. Да ты что гранатой-то? У меня 66 хп. Я типа сел на гранату, чтобы она типа никого не зацепила, кроме меня. И типа такая у меня бомбанула. Фак, у меня нету гранат для гранатомета. Я хотел по тебе пострелять. Где они? Окей, ладно, давай, короче, это пока... Медведя нет. Да. Это мне кажется лучше, чем... Чё? Я шаги медведя слышу, я сяду лучше. Я слышу шорохи и шаги, блин. Кого нет возле наших окон? Так мы все равно медведя не увидим. Я, короче, по камерам посмотрю. Медведь на месте, прикол. Он уже пришел, потому что его не было. Заяц пропал или нет? Не, заяц тут. Когда новая ночь-то будет? Я вообще не знаю, может их тут бесконечно, может тут надо выжить. Мне Игл написал, я иду за вами, ха-ха-ха. Кто? Игл.
Какой игл? Кеша, короче. И чё, он это к нам заходит или чё? Нет, он написал, и я иду за вами. Бойтесь. А, окей. Он написал, я иду за вами, бойтесь. А ты ща, у тебя сейчас запись идет, да, продолжается? Не, он вообще тупо... Курица! Курица! А запись идет, запись идет у тебя? Да, идет, идет. А, окей. Курица, просто заходи для... к нам. Ага, блин, а ты дурак, что потом с криминой на нас вылез? Если двери курица, будут... Курица, курица, приходи ты к нам, у нас тут тусовка. Ты мне сейчас, короче, концерт, короче, сделал. Вот на, вот на! Да вот она стоит там. Это что было? Это ты гранату кинул. За ней медведь стоит, за курицей. За курицей медведь стоит. Что, реал? Да! Я его вижу, я его вижу, вон он стоит. Я глаза его тоже вижу. Посмотри, вон он там стоит. Я вижу. Беги быстрее. Ого, пипец. Все, он вернулся. Что, реально? Да, вон он там стоит уже. Фу, я обосрался. Курица и заяц не вернулись. Я обосрался, когда свет вырубился. Тук-тук. Погнали, погнали быстрее. Свет надо выключить. Стой, подожди, и мне надо что-то сделать. Как быстрее, я тебя жду, быстрее, быстрее. Беги! Бегу! Беги, я сейчас... Фу, все. А их нету, кстати, прикол. Кого? Зайца и этой, курицы. Да. Она куда-то пропала. Чё ты делаешь, чё ты делаешь, чё ты по мне стреляешь? Я от страха стреляю. А мне как-то не страшно, когда они... Ты чё? Хотел посмотреть. Блин, ну тут всё кровью заляпано. Да, твоей. И не только. Ну! Их нету. Ну и хорошо. Ну и насрать. А где зайчик? Короче, у тебя те звуки ты, но они, короче, типа успокаивают, да? Тихо. Я на зайца тыкнул. И на медведя, и на зайца. На всех а можно. А у курицы нету. А, у курицы же это, ага, носика нету. Да, на ней тоже срабатывает на курице. Вон она стоит, курица! Сейчас я тебе ее покажу, где она. Я ее вижу, вот она. Вот она, я ее вижу вот так вот. Открывай, я открыл дверь. Зачем? Просто так. Чтоб она нас хавала, да? Кукареку. Кукареку! Ты типа с ней это Ты типа с ней это разговариваешь, типа по ее языку, да? Не, мне Кеш написал кукареку. Кукареку! Пиу! Это звук пиу. Пиу. О, музыка успокаивающая. Я брошу как гранату во все. Нет! Равно. А, блин, ты что делаешь? Я взорвался. Все, курица исчезла. А, нет, она там стоит. Я прикол, сейчас бы исчезла. Я так хотел. Блин. Отвали от нас! Ты что делаешь? У меня 8 хп осталось. Все, чтоб не мучился. Ну все, давай гранаты не бросай. Я ей брошу, курицы. Давай быстрей! Три, один, давай! Давай, сыграй! А я не сдох! А, ладно, давай, короче, убей меня, чтобы я не мучился. Давай, прощай! Ты сквозь дверь прошел. Давай на счет три, я просто не так бросил. Давай, открывай дверь на счет три. Три, два, один. Все, давай, закрывай! Блин, она тут, блядь! Курица! Да не граната, граната сюда закатилась. А, курица-то здесь стоит. А нет, ее нету, прикол. Курица, вот она. А, вот она, у меня просто вырублен. Она исчезла, чувак, она исчезла. Давай, короче, я брошу гранату, окей? Давай, врубай. Или я.
Отвечай, тварь! Я одного не знаю. Где заяц? Ты что, свет-то врубил? Он вообще-то электричество поглощает. А где Мишка? Сейчас посмотрим, где Мишка. Мишки нету, и зайца нету, и курицы. Слушай, я крик слышал, алло! Заяц стоит прямо тут, прямо перед нами. Все, все, все на месте, кроме зайца. А где заяц? Он только что здесь стоял, мы мимо него пробежали. Ура, зайчик, Кеша написал. В смысле? А что, Кеша нас слышит или что? Да, он микро вырубил и слушает. Как мы здесь срёмся. Давай, короче, давай это, выруби свет, мы, короче, типа... Давай, вырубай. И побежали. Я держу дверь, все. Пипец, мы так бегаем, как будто... За нами будто стая собак бежит. Стая зайчиков. Стая... Заяц пропал, и курица. Стайчик, короче, бежит. Курица стоит, я ее вижу, я ее голову вижу. Через медведя посмотри голову. Да блин, у меня здесь все обстреляно. Я ничего не вижу. А я вижу, хорошо. Так что, зайца нету, а вот щика есть. Вот, блин, это так курица назвать. Давай заканчивать эту серию, она уже долго идет. Давай. Давай, всем пока, с вами был Арчер, Goodbye FPS, подписывайтесь на наш канал, и всем удачи, всем пока, и ждите следующую часть.